На личный прием главе округа Дмитрию Волошину обратилась жительница Химок с просьбой помочь решить вопрос с детским садом для ее 2-летнего ребенка. Ранее девушке предложили несколько вариантов, однако сады оказались далеко от места ее проживания, а в ближайшем к дому дошкольном учреждении большая очередь и нет свободных мест. Нам предложили 32-й сад, он находится в 8 километрах. Примерно добираться, на автобусе 35-40. Далеко, да? Да. Все альтернативы, к сожалению, приходится отвергать, потому что действительно достаточно удаленность. Дмитрий Волошин дал распоряжение своему заместителю помочь решить вопрос. Ксения Николаевна уже пришла ко мне. Это значит, что я не могу не решить ее вопрос. В сентябре нужно, да, чтобы пошел? Сейчас, спасибо. Если так случится... Следом на прием главе Химок пришли жители дома на улице Кольцевой. Люди отметили, что недавно были отремонтированы все подъезды в доме. Претензий нет, ремонт сделан хорошо. Жители ремонтом довольны. Слава Богу, да, это важно. Спасибо большое. Это губернаторская программа, да, Дмитрий, да. Воробьев. Однако у жильцов накопился комплекс других жилищно-коммунальных вопросов. Так, в их доме работают 2 домофонные компании, причем одна из них начисляет суммы за услуги, а другая, по словам людей, занимается обслуживанием оборудования. Люди не хотят платить деньги компании, которая не работает. Ситуация понятна. Нужно сделать перерасчет и поставить точку. Также жильцы пожаловались на отсутствие откидных механизмов для регулировки окон в подъездах. Вы мне скажите, когда вы сделаете срок? До 30 апреля. Вас устраивает? Устраивает. Решить такой срок? Устраивает. Все, 1,5 месяца. Кроме этого, жильцы посетовали на неудовлетворительную уборку, нарушение циркуляции в трубах теплоснабжения. Дмитрий Волошин распорядился, чтобы управляющая компания составила инвестиционную программу, где будут указаны все виды предстоящих работ в доме. Инвестпрограмма, я бы хотел, чтобы вы и озаботились, Евгений Валерьевич тоже. Да. Ладно? А мы туда приедем через 1,5 месяца. Светлана организует нам в какой-то день и просто посмотрим, как это работает. Приемы граждан глава городского округа проводит каждый месяц. Информацию о порядке записи на прием можно получить по телефону, указанному на экране.